Памятник работницы торговли установили рядом с центральным рынком. В церемонии приняли участие представители власти, торговли и простые горожане. Их угощали местными фруктами. Такие же целую связку с сушеной хурмой, калиной, инжиром держит в руках застывшая в камне женщина. Собирательный образ колоритной работницы городского рынка. У нас действительно появился такой интересный памятник. Уверен, что он будет привлекать туристов. Уверен, что гости города будут здесь фотографироваться. Уверен в том, что они будут отправлять эти фотографии своим друзьям. А те, когда будут приезжать в город Сочи, обязательно искать этот памятник и приходить сюда. Новую скульптурную композицию хотят немного доработать. Рядом с корзиной с фруктами появится еще одна с чурчхелой, традиционным местным лакомством, рассказали авторы скульптуры Даниил Егоров и Вячеслав Звонов. Кстати, женщине, которая, помимо всего прочего, еще и передает многоликий образ Сочи, авторы скульптуры уже дали имя – Аминат. Хранительница вообще-то всех достижений и в семье, и там и на работе. Кстати, вот рынок, вот хранительница рынка будет теперь. Новая скульптурная композиция станет местной достопримечательностью, выразили уверенность на открытии. Кроме того, она обязательно должна стать очередной узнаваемой декорацией для ярких фотоснимков.